Всем привет, дорогие друзья! Как меня слышно? Видно, слышно? Так, ну что ж, секундочку, я подправлю свой свет. Так, ага. Всем привет, дорогие друзья! Начинаем наш очередной эфир сегодня. И этот эфир будет посвящен тому, что нас или вас нельзя научить иностранным языкам. То есть вас невозможно научить иностранному языку. И на самом деле, может быть, когда вы видели анонс, испугались, о чем это там Назгуль собралась говорить нам. А на самом-то деле это я взяла из книги, то есть это название книги такого человека, которого зовут Николай Замяткин. Не знаю, вы слышали про него, не слышали, есть такой человек. Николай Замяткин, у него есть прекрасная программа, по которой я когда-то изучала испанский язык. Это, у него матричный подход, вы можете в гугле загуглить, поискать и посмотреть. В свободном доступе должно быть. Если кто-то интересуется испанским языком или даже английским, испанским, вы можете ко мне обратиться, и я вам предоставлю этот материал. Дам вам ссылочку абсолютно бесплатно. Вдруг подойдет. Вот, значит, матричный подход Николая Замяткина, он такой интересный. Вы берете, слушаете там диалоги из реальной жизни, из бытовой такой вот сферы, да, вы начинаете слушать и повторять. Там эти диалоги, они в одном таком треке, в одной записи несколько раз повторяются. То есть один тот же диалог по несколько раз можно прослушать. И это прекрасно тем, что вы, если что, вдруг первый раз не услышали, вам не нужно обратно подключать аудиопрограмму, она у вас как трек, минуты там сколько-то идет, 2-3, я уж точно не помню. Поэтому, пожалуйста, учите. Почему он говорит, вас невозможно научить иностранному языку? Ну, я, наверное, с этим тоже соглашусь. Привет, Нуржамал, привет. Я, наверное, тоже соглашусь с ним. Почему? Потому что бытует такое мнение. Иностранному языку невозможно научить. Иностранный язык нужно выучить. Друзья, это правда. На самом деле правда. И потихонечку хочу перейти. Я извиняюсь. Ага, и хочу вам сказать вот что. Смотрите, да, вот почему невозможно научить? Потому что у человека должен быть запрос. Вот как коуч я вам скажу, у человека должен быть запрос изучения иностранных языков. Ему должно хотеться, у него должны быть определенные цели для чего. И, конечно же, какая-то внутренняя мотивация. Вот из-за этого. Если у человека нет этого запроса, если у него нет внутреннего желания изучать иностранный язык, тогда невозможно, не знаю, нанимайте прекрасных преподавателей, высоких там рангов и так далее, огромных профессионалов с 50-летним стажем работы, и, возможно, даже это вам не поможет. Сколько лет вы уже ходите по учебным центрам, сколько лет вы уже просто потратили, я даже не говорю инвестировали, да, я говорю потратили на изучение иностранных языков, сколько у вас дома книг, учебных пособий, сколько у вас диалогов каких-то, которых вы где-то закупили, скачали, сколько там фильмов у вас лежат, непросмотренных, а может быть даже просмотренных вообще непонятых, почему, что там они там говорят, да, непонятно, вы все равно бежите, смотрите в русском языке, не в оригинале, да, а на русском вы смотрите. Сколько вы денег слили, грубо говоря, на то, чтобы нанять себе репетитора и в итоге остаться совсем не, на таком же уровне, топтаться на одном и том же месте? И как вы думаете, почему такое происходит? Потому что чисто вот мое субъективное даже мнение могу сказать по своему опыту. Когда вы идете в учебные центры, или просто даже сами самостоятельно хотите изучать иностранный язык, вы начинаете скачивать две книги. Или закупать, или вам дают, там предоставляют ваши же преподаватели две книги. Это Vocabulary и Gvama. Когда вы открываете Vocabulary, там есть какие-то тексты, которые ничего общего не имеют с вашей реальной жизнью.
То есть, если вам нужно летать в космос, в этих книгах ничего такого глубокого, интересного про космос не будет. Там будет что-то про пол, что нужно там чашку помыть, там будет что-то вроде время, как надо сказать, куда повернуть и так далее. Но ничего про космос определенно не будет. И вам приходится искать эту информацию где-то далеко, где-то там в просторах интернета. Это окей, значит, это к тому, что они скучноватые. Вы открываете грамматику, там сухая грамматика. Present perfect, вы со мной согласны? Если согласны, пожалуйста, вы можете здесь в комментариях оставлять ваши ответы, но так, чтобы я не сама по себе разговаривала, да? То есть, если вы с этим согласны, напишите, пожалуйста, так ли это на самом деле происходит в реальности. В нашей реальности, в современном мире, куда попал человек разумный, где столько-то лет уже изучается человеческий мозг, сколько исследований, работ было проделано, но сколько раз уже было доказано о потенциале мозга, сколько было на самом деле проставлено экспериментов, как работает наш мозг, да, в области нейробиологии, в области нейронауки, нейрофизиологии, происходит огромное открытие, если вы интересуетесь. И вы смотрите, да, статьи читаете, следите за информацией, нейролингвистика, пожалуйста, можете. И вы видите, что ничего из того, что было уже сделано открытие в области мозга, в наших книгах по грамматике и vocabulary мало что там есть, ничего там нет. И, наверное, пройдут еще лет 10, 15, может быть, 20 лет, но в ближайшем будущем точно, я так думаю, будет так, что когда вы откроете там грамматику книги по vocabulary, то там точно будет раздел, где немного будут объяснять людям, хотя бы какую-то осведомленность, да, проводить, какую-то, не знаю, там, знакомство с законом мозга. Ага, вот Нуржамал пишет, согласна. Спасибо вам за обратную связь. И там будет обязательно, наверное, что-то про память. Наверное, там будет что-то комплексное, да? То есть комплексный подход к человеку, потому что изучает язык человек. А человек – это холистическое, целостное существо. Вы это знаете. Мы с вами спим, отдыхаем, мы с вами кушаем, мы с вами читаем, мы с вами пишем, мы с вами разговариваем, слушаем. То есть у нас много в обыденной жизни своих проблем достаточно, да, кроме иностранных языков у нас есть много чего. И нам как-то нужно теперь выживать с этим, да, нам нужно что-то делать для того, чтобы современному человеку, у которого и так насыщенный быт, у него нет дополнительного времени на что-то. У него уже все там либо в хаосе, либо все прописано. В общем, у него никогда не бывает почему-то времени. Вот у нас с вами почему-то никогда не бывает времени. И как этому человеку современному теперь выучить иностранный язык? И вот так вот, надеясь на то, что если он наймет себе преподавателя еще кого-нибудь, он выучит язык, он тем самым затрачивает свое время, он и в итоге остается вообще без иностранного языка. А потом он что говорит? Сетует на то, что у него нет никакого либо времени, либо у него преподаватель не тот, сразу он начинает от себя скидывать своих плеч ответственность, да, и перекладывать на плечи преподавателя. Потом он что делает? Сидит и плачет, да, ему грустно от того, что он до сих пор не научился главному, это говорить на языке и кайфовать, ну вот просто хоть плохо, но говорить. Конечно, потом, когда человек плохо научился говорить, он будет его доводить, там, штудировать до такой степени, что он потом красиво научится говорить, да? Мозг таким тем самым учится. Вот, поэтому нужно понимать мозг, как он работает, когда он отдыхает, когда он перекидывает из там временной памяти в долговременную память информацию, какая информация туда каким образом поступает. Если вам интересно, вы можете зайти ко мне на YouTube-канал, я когда-то рассказывала про нейрофизиологию мозга, да, то есть изучение иностранных языков и нейронаука, вот так называется. Вы можете там послушать. И про память я говорила. Пожалуйста, когда происходит передача вот этой информации, да, и что нужно делать после ваших занятий? Вот, например, вы там 2 часа посидели, выучили там что-то, после этого что нужно делать? Вот, конечно, нужно отдыхать, нужно мозг переключать, потому что когда вы встали из своего там письменного стола или, я не знаю, там на улице вы где-то сидели, учили иностранный язык, английский, испанский, китайский, корейский, не имеет значения, казахский, русский, и вы оттуда вышли, вы как бы встали, но вы думаете, как только вы закрыли книгу, ваш мозг тем самым, все,
перестал функционировать и изучать иностранный язык, нет. Это вы физически прекратили, но мозг, он эту информацию обрабатывает. Он думает, как мне теперь сделать так, чтобы вот эти выращенные новые нейронные связи, а иностранный язык – это автоматически наращивание новых нейронных связей в голове. Это автоматический тренажер для нашей памяти. Поэтому, когда вы информацию получили, он начинает что делать? Вот тут обрабатывать. Мозг, он работает, он все время работает, анализирует. Вот. Поэтому, пожалуйста, законы мозга – это прям вот must have, это то, что мы we have to know, we have to know. Вот мы обязательно должны знать. Я не прошу, дорогие друзья, вас вникать в это, как это делают ученые в области нейронауки, да? Я просто вас прошу быть осведомленным об этом, знать об этом. Потому что так долго можно походить и совсем не выучить язык. Теперь давайте, вот я сегодня пока готовилась на прямой эфир, ко мне в голову пришла, наверное, вот какой-то мой свой постулат, или не знаю, вот что-то, в общем, в мою голову пришло, вот такое вот выражение, да. Работай над собой, не над иностранным языком. Потом такая сидела, думала, это что я такое сказала-то, да. Изучение иностранных языков – это в первую очередь саморазвитие. В первую очередь. Люди, которые обожают саморазвиваться, если честно, я люблю саморазвиваться, я еще занимаюсь, у меня это коучинг, да, коучинговый подход, это вот прямо абсолютное саморазвитие. Те люди, кто обожают развиваться, им легко дается иностранный язык. Да, Нуржамал, we have. Марина, hello! Great to have you here. Вот, и если, смотрите, да, получается так, что мы изучаем иностранные языки, вот кто любит и обожает, потому что они любят саморазвиваться. И почему я говорю, сначала работай над собой, потом разберешься, а сначала разберись с собой, потом разберешься с иностранным языком. Потому что человек, который изучает иностранный язык, ему важно быть дисциплинированным. Вот. Основные проблемы в изучении иностранных языков – это какие? Это психологические проблемы, барьеры, наши внутренние блоки, наша неуверенность, наша постоянная вот это вот я кажется, недостаточно знаю, я вообще не такая, как она или он, постоянное наше сравнение себя с кем-то, сравнение наших результатов. Сравнивайте себя с самим собой, зачем вы сравниваете себя с другим? У другого мозг функционирует немного по-другому, у него другая жизненная перспектива, другой жизненный опыт. Поэтому важно сравнивать сами с самим. Вот это вот наши психологические вещи, они, если не сняты, если эти вопросы не закрыты, то когда вы столкнетесь с вопросом организационным уже, да, это тоже одна из проблем в изучении иностранных языков, то будет еще хуже. А потом придет механическая проблема, это когда вы начинаете уже сталкиваться с лингвистической проблемой, да, когда вы уже начинаете там разбираться в грамматике, где-то что-то не понимать, а где-то что-то понимать, где-то что-то использовать, где-то нет. Вот, значит, у нас есть основных таких вот три, можно, блока, да, вот я сегодня сидела и проанализировав, подумала, вот у нас на самом деле есть три блока, вот таких вот, которых нам важно пройти. Значит, первое, опять-таки повторяю, снять психологический барьер, да, психологические вопросы, закрыть их, закрыть организационные вопросы. А что такое организационный вопрос? Это когда вы работаете с тайм-менеджментом. Потому что когда в психологическом вопросе вы поняли, а коучинг напрямую работает с этим, да, то есть для чего вы учите язык? Почему вам важно изучать иностранный язык? Когда вы, посидев, подумав, нашли свой ответ, для чего вам все-таки важно изучать иностранный язык? И не шаблонные варианты, что потому что это делают все, а потому что это делает мой сосед, потому что мой коллега говорит, что нужно учить язык. Нет, не поэтому, потому что это международный язык. Ну и что с того, что он стал международным? Если вам не работать с этим языком, если он вам вообще не интересен и не нужен, только потому что все когда-то мне говорили, да, иди там поступай на юридический, потому что все поступают на юридический. Только потому, что все так делают, мне не нужно свое время инвестировать туда, куда мне не нужно. Если вам на самом деле это нужно, тогда вам нужно будет поработать и ответить на вопрос, чему вы скажете «нет», когда вы скажете «да» изучению иностранному языку. Организовать свой процесс, открыть ваш календарь, посмотреть, куда, сколько минут вы там
Будете, сколько вот вы именно в календаре, где, куда, в какое время вы поставите по графику самостоятельное изучение иностранных языков. Я даже не говорю про то, как вы там нанимаете себе языкового коуча или преподаватель. Я не говорю про эти встречи, я говорю про вашу самостоятельность. Вот это организационный вопрос, а потом уже механические. Здесь вам потребуется, если вы сами, например, посмотрев в YouTube, не совсем понимаете, например, у меня студенты сами смотрят. Все они смотрят сами, грамматику они там, я всегда рекомендую идти в YouTube, посмотреть. Сначала, если мы берем там complex object, да, сложное дополнение в английском языке, когда мы хотим сказать кому-то, чтобы он что-то сделал. Например, я хочу, чтобы ты пошла там в школу, я хочу, чтобы ты прочитала эту книгу. Например, вот такие моменты, как мы скажем в английском, да, I want you to go to the school, I want you to read this book, например. Он хочет, чтобы я пошел к нему в кабинет. He wants me, my boss wants me to come to his office. Вот такие моменты, комплекс object. Тогда я говорю, пожалуйста, зайдите сначала в YouTube, поищите несколько, два-три коротких очень видосиков, посмотрите, а потом приходите на занятия. И на занятия вам уже нужен профессионал в этой сфере, который хорошо, если что, вдруг вы где-то неправильно поняли, он вас подкорректировал, он вам дал реальные примеры и дал вам возможность самим теперь, посмотрев на вот эту структуру, на нее нанизить бусинки и приблизить ее реально к вашей жизни. То есть не так, что в книгах, вот у нас какая проблема, когда вы уже дошли до механического вопроса, а там уже есть у нас грамматика, и вы открываете в книгах. В книге написано, что такое там complex object, present simple, там и так все написано. Там уже есть примеры. Но проблема в том, что люди не могут в реальности его использовать, потому что они не видят никакого мостика, и проделанного из этой книги в свою реальную жизнь. То есть вот этого мостика нет. Он остался в этой книге. Поэтому наша задача в коучинге – это очень легко, и свободно и ассоциативно, вот прямо на максимально приближенное к вашему реальному опыту, это работает. Те, кто со мной учились здесь, если вы все еще здесь на связи со мной, напишите, пожалуйста. Вот, посмотрите отзывы, как это происходит. Я сейчас даже пишу свою книгу, где буду грамматическую часть прямо вот показывать, как это на практике работает, как коучинговые вопросы помогают легко выучить грамматику. Вот, и теперь дальше смотрим, да, вот хотела бы вам вот что сказать. То есть давайте резюмировать, почему вы не можете выучить язык, почему нельзя вас, то есть вы можете выучить язык, но вас невозможно научить. Почему? Потому что, еще раз повторяю, должен быть запрос с вашей стороны. Коучинговый метод никогда не работает с теми, у которых нет запроса, у которых нет желания учить. То есть, когда вы приходите и говорите, что вот мне нужно, потому что вот это, потому что у меня есть мотивация, да, и вы начинаете что делать? Конечно же, на это выделять время. То есть, у вас должны быть, опять-таки, цели, мотивация должна быть. Вот, должна быть хотелка. И над этим 20% вам необходимо поработать. То есть 20% нужно для того, 20% вашего времени нужно для того, чтобы вы выяснили для себя конкретную, реальную, достижимую, ограниченную по времени цель. Вот, грамотная постановка цели, она ведет вас к огромным результатам. Вы даже сами не поймете, как вы это достигли. И, конечно же, мы работаем с мотивацией. Дальше организационный момент. Этому тоже нужно будет 20% уделить. То есть сесть и планировать. Планировать. 20%. Представляете, да? Вот. Дальше у нас идет тренировка. Уже сама механическая часть. То есть тренировка вашей речевой компетентности. Это тренировка на слух. Пожалуйста. Читайте, пишите, но слушайте больше. Больше, больше. Я всегда даю книжечки адаптированные и прошу, например, если кому-то эти книги по списку, то что у меня есть в базе данных неинтересны, они находят в себе интересные книги. Вот кто-то любит и обожает Гарри Поттера, пожалуйста, Гарри Поттера и слушайте. Слушайте, смотрите, читайте параллельно, слушайте. Каждый день по 15, 20, 30, по часу. Вам нужно слушать. Однажды я смотрела
интервью одного полиглота, Владимир Шкультети. Вот, слова. Есть такой человек, в YouTube поищите, Владимир Шкультети. Он принимал участие в программе «Великолепный ум», или вот как это называется, российская программа. Вот он там принимал участие как полиглот, и у него, его испытывали там на все разные языки, которых он знает, 20 или с чем. Я точно не знаю, не могу вам сказать, сколько он языков знает, но он вот реально хороший полиглот. И он тогда однажды в одном из своих интервью сказал: «Я слушаю по 8 часов». По 8 часов в день я слушаю. Поэтому слушайте, потому что когда вы на слух воспринимаете информацию, значит, вы автоматически можете его все равно повторить. Вот, например, если человек что-то сказал, и вы поняли, вы точно сможете за этим человеком эти слова повторить. Но если человек сказал, и вы не поняли, то все, вот тут вот вы уже застряли. Коммуникация, она строится из двух сторон. В коммуникации принимает участие несколько человек. Да? То есть, ну, например, я, вы, вот мы сейчас с вами вместе коммуницируем. Если вы понимаете, о чем я говорю, то у нас состоялась коммуникация. И задали мне вопросы, прекрасно, задавайте. Поэтому тренируйте, пожалуйста, слух, пожалуйста. Отслеживайте свой прогресс, это вот следующее. Туда уходит, тренировка, значит, где-то 20% тоже у нас уходит. И отслеживаете прогресс. Да? Где-то 10% на отслеживание прогресса. Почему происходят вот такие апатии? Вот, например, один месяц вы там поработали со своим преподавателем, не знаю, там со мной тоже были такие моменты, студенты приходят, со мной месяц поработали, потом в конце месяца мы обязательно возвращаемся к своим целям, смотрим, сверяемся, анализируем, и человек мне говорит: а я вообще недоволен, он еще даже не проанализировал свои результаты, а я недоволен своим результатом, я вообще ни с места даже не тронулся, я вообще ничего не знаю. А потом, когда мы открываем цели, и видим, что там происходит. Человек видит, что, оказывается, он столько времен уже выучил, что он, оказывается, много предлогов уже знает, что он, оказывается, уже понимает на слух, да? Зачастую мы сами себя обесцениваем, к сожалению. Ну, мы так с вами устроены, что ли, я не знаю. Человек начинает обесценивать все, чем он занимался целый месяц. Поэтому, пожалуйста, прямо свой прогресс. Можете каждый день перед началом, ну, перед тем, как ложиться спать, вы можете задать себе вопрос такой на осознанность, да? А что было самого важного сегодня в изучении английского языка или испанского, или другого, других языков сегодня со мной в моей жизни? Вот что было самого важного, запоминающего для себя? А чем я сегодня недоволен? А как я могу изменить эту ситуацию завтра? И уже на завтра запланировать. Да, я вообще планирую на целый месяц. Вот, вообще на целый год. Дальше идет. Дальше у нас регулярность занятий. Вот когда мы с вами говорим про регулярность занятий, вот сюда вот нужно будет, знаете, 30%. Больше всего уходит именно на регулярность занятий. И когда вам говорят кто-то, да, ваши преподаватели или там в YouTube какие-то подкасты вам говорят: если вы чем-то занимаетесь новым, делайте это регулярно. И вы подумаете, вот Назгуль нам здесь тоже говорит про эту регулярность. Да вообще банально, везде мы это слышали. На самом деле это же принципы работы мозга. Потому что как это можно связать? Очень много было исследований в этой области проделано. Например, давайте скажем вот про что. Есть такой принцип мозга, называется архивирование. Принципы архивирования. Это опять-таки про то, как, когда мозг отдыхает, то есть когда мы спим, да, он там начинает что делать? В какой-то момент вы же все равно умственной работой не занимаетесь, он, скажем, ну, как бы частично отдыхает. И в этот момент все, что было за день выполнено мозгом, умственные все процессы, он начинает в этом архиве копаться, что сегодня происходило, и он начинает из кратковременной памяти нужную, важную информацию перекидывать в долговременную память. Вот, ненужная информация, она потом куда-то исчезает. Потому что если бы там все копилось, я не знаю, что тогда произошло бы в нашем мозге. Поэтому, пожалуйста, и это на самом деле открытие мозга. Это прям принципы работы мозга. И регулярность, именно регулярность, она помогает. Смотрите, вы выстроили новые нейронные связи, да, сегодня выучили новые слова, посмотрели какой-то фильм, я не знаю, эссе написали на английском, поговорили с носителем, может быть, со своим преподавателем, у вас прекрасный был, состоялся урок. Вот вы оттуда вышли, все это закончилось,
И вам теперь ночью ваш мозг начинает работать, да? То есть он знает, что появились новые нейронные связи, потому что поступила новая совершенно информация. И ему путем вот этого, то есть он архивирует, но вам важно регулярно повторять. Только так он начинает закреплять информацию forever, навсегда практически. Вот. Почему мы некоторые поговорки, скороговорки помним до сих пор? Почему мы сказки помним до сих пор? Потому что в детстве, например, моя мама, я не знаю, как ваша мама, каждый раз, прежде чем как мы ложились спать, вот она нам там читала сказки. Разные сказки. И сказки все повторяются, если вы заметите. И не просто так. Бежал-бежал колобок. Увидел он там, кого там встретил, медведь. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Встретил волка, сказал, встретил там зайца, встретила лисицу, тоже повторила, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, потому что это все повторяется. Или репка сказка, да, тянет-потянет, а вытянуть не может. А бабка за детку, там, внучка за бабку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Опять-таки все это повторяется. И вы сейчас, если ночью вам спросить сказку про репку, вы обязательно про это скажете. Я не знаю, современные дети какие там, может быть, Марвела им нужно, там, не знаю, каких-то Человека-паука, про него, может быть, нужно рассказ, я не знаю. Но вот те, кому... Те, кто знает, знаете, да, напишите здесь хотя бы, что там сейчас молодежь читает, родители что читают детям. Вот. Тоже принцип повторения. И это все не просто так. Если вы взялись за иностранный язык, каждый день те слова, которых вы брали, выражения в контексте, те же диалоги, даже Николай Замяткин, я вам рассказывала в самом начале, у него весь диалог построен на методе повтора. Повторяйте, регулярно повторяйте до той поры, пока вы это не выучили уж совсем forever. Вот. Вот такое резюме. Скажите, пожалуйста, насколько была полезна информация, о которой вам сегодня рассказала, что сегодня забираете с собой? Напишите, пожалуйста. Что вы сегодня забираете с собой? Угу. Угу. Не стесняйтесь, пишите. Значит, вы сами можете выучить язык. Вполне способны это делать. Повторяйте себе это каждый день как аффирмацию. Я способен выучить иностранный язык. Стоит только захотеть. Поставить цель. План, дисциплина, да? Смотрите, как бы вам теперь высвободить время. Это как, например, девушка и парень, у которых не было семьи, да, имеется в виду холостые, да? А потом они встретились, образовали семью, у них появился ребенок. До этого у них основной целью, особенно у женщины, целью и приоритетом была работа, карьера, а потом, когда появилась семья, появился ребенок, то приоритетом для женщины становится, конечно же, ребенок. Меняются ценности, переставляются приоритеты, все меняется. И женщина, та, которая до этого не успевала даже дома убираться, да, она здесь не только не успевает дома убираться, она и кушать готовит, и стирается, и общается, и на ребенка смотрит, и на мужа обращает внимание. То есть вот она начинает быстро думать, а как же теперь в изменившейся ситуации, вот в реальной ситуации, мне быть и с ребенком, мне быть там еще какие-то свои обыденные будни, функциональные обязанности выполнять. Вот, и тут, конечно же, приходит на помощь планирование. Планирование, проставление приоритетов. Вот, только так, комплексно, когда вы подходите комплексно к изучению иностранных языков, вы обязательно, ну прям вот уж точно заговорите на таком уровне, на котором вы хотите. Это касается тех, кто и начинающий изучать язык, это касается тех, кто продолжает, тех, кто хочет уже до профессионального уровня дойти.
Вот. Не останавливайтесь на одном месте, идите вперед, потому что у вас все получится. Каждый из вас способен, каждый из вас может выучить иностранный язык. Угу. Вам тоже спасибо. Приходите. Если есть вопросы, вы всегда можете обратиться ко мне в директ. Угу. Регулярность и дисциплина забирает Марина. Отлично. Хорошо. Тогда я вам желаю прекрасных выходных. Мы с вами встретимся на следующей неделе. Всем удачи. Пока-пока. Bye.